До начала предварительного этапа голосования на выборах президента США остается один день. Завтра к избирательным урнам придут жители штата Айова, который уже 40 лет открывает президентский марафон. О подготовке к голосованию, об итогах новогоднего предвыборного уикенда в материале Владимира Крамурзы. Айова направляет на общенациональный съезд. Республиканской партии менее 1% делегатов, да и сам штат. Маленький и очень консервативный, вряд ли можно назвать верным индикатором настроений республиканских избирателей. Однако именно к нему по традиции приковано пристальное внимание политологов, журналистов и, конечно, самих кандидатов в президенты. Начиная с 1972 года штат Айова открывает сезон президентских выборов в Америке. Завтра, 3 января, жители всех 99 графств штата соберутся на партийные собрания, где путем тайного голосования определят своего фаворита на президентских выборах. Учитывая, что действующий президент, демократ Барак Обама, баллотируется в срок, внутрипартийная борьба в нынешнем году идет только у республиканцев. Как показал опрос, проведенный в минувшие выходные в Айове социологическим агентством Public Policy Polling, на победу во вторник могут рассчитывать три кандидата. На первом месте с 20% голосов конгрессмен из Техаса Рон Пол, сочетающий консервативные позиции в бюджетных вопросах, либертарианские в вопросе невмешательства государства в жизнь граждан и изоляционистские во внешней политике. Рон Пол. Большинство на моей стороне, причем сегодня как никогда. 75-80% американцев поддерживают мое требование уйти из Афганистана. Большинство американцев хотят, чтобы мы сократили расходы. Я предлагаю сократить расходы на 1 триллион долларов. Люди принимают идею свободы, конституции, ограниченного государства. Я вижу, с каким энтузиазмом люди идут на наши митинги. Причем это не только республиканцы, но и независимые и демократы. Именно так выигрываются выборы. На втором месте 19% бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, делающий упор на своем экономическом и управленческом опыте. Я хочу сделать Америку лучшей в мире, страной для малого бизнеса, для тех, кто создает рабочие места. Я хочу, чтобы Америка вновь стала экономическим двигателем, чтобы она создавала рабочие места для выпускников, чтобы те, кому за 50, и кто находится на пике карьеры, знали, что если они потеряют работу, то смогут сразу же найти новую. Замыкает тройку лидеров неожиданный кандидат, бывший сенатор из Пенсильвании Рик Санторум, один из самых консервативных участников президентской гонки. Только за последнюю неделю Санторум прибавил в рейтинге 8 пунктов. Сейчас, по данному опросу, у него 18%. В своей кампании экс-сенатор делает ставку на промышленных рабочих, так называемых «синих воротничков», и на социальных консерваторов. Президент Обама хочет расширить влияние государства, было больше продуктовых талонов для бедных, больше социальных выплат, больше медицинских программ для бедных. Власти хотят, чтобы вы зависели от них, чтобы получать ваши голоса. Я не хочу улучшать жизнь чернокожих, раздавая им деньги других людей. Я хочу дать им возможность заработать деньги. И лучший способ это сделать – восстановить права. Это вдвое, с 15% сократить корпоративный налог. Промышленность вообще освободить от корпоративного налога. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, до недавнего времени считавшийся одним из фаворитов кампании, в последние дни сдал свои позиции. В вопросе Public Policy Polling у него 14% и четвертое место. Гингрич обвиняет оппонентов в ведении негативной кампании и заявляет, что Митт Ромни потратил на телевизионную антирекламу $3,5 миллиона. Он бы купил выборы, если мог, говорит Гингрич про бывшего массачусетского губернатора. Судя по данным опросов, консервативные кандидаты наберут в Айове от 70 до 75% голосов, а единственный кандидат истеблишмента, умеренный кандидат из Массачусетса Митт Ромни, получит 20-25%, несмотря на потраченные миллионы. И это создаст фон для дальнейшей кампании в Нью-Гемпшире, Флориде, Южной Каролине и далее. Отметим, что президентские праймерис в Нью-Гемпшире пройдут уже через неделю, 10 января. На них, по данным социологов, пока что уверенно лидирует Митт Ромни. Владимир Карамурза, Андрей Попович, Вашингтонское бюро RTVI.
Между тем, Иран вновь продемонстрировал миру свою военную мощь. Военно-морские силы Исламской Республики сегодня в ходе масштабных учений в Ормузском проливе провели запуск двух новейших баллистических ракет. Сообщается, что они могут доставить боезаряды как до территории Израиля, так и до американских баз на Ближнем Востоке. Военно-морские учения и испытания ракет проходят на фоне заявлений Тегерана о том, что он блокирует Ормузский пролив, если Запад введет против него дополнительные санкции, препятствующие экспорту иранской нефти. Сегодня же, после вступления в действие новых американских санкций в отношении Тегерана, курс иранской валюты упал на 12%. Все подробности в материале Александра Панова. Адмирал Махмуд Мусави объявил о том, что сегодня, на последний, 10-й день военно-морских учений «Вилаят-90», был произведен успешный запуск ракеты большой дальности класса «Поверхность моря» «Кадр», в переводе «Могучий», который уничтожила цель в Персидском заливе. Баллистические ракеты этого типа способны поражать цели, расположенные на территории Израиля, а также базы США на Ближнем Востоке. Спустя некоторое время Мусави отчитался еще об одном успехе – испытаниях ракеты класса «Земля-Земля» «Нур», что переводится как «свет». Она, как и «Кадр», имеет радиус действия 200 километров. Кроме того, сегодня же была испытана ракета «Наср», «Спаситель», малого радиуса действия. Накануне Иран уже провел испытание ракет «Михраб», среднего радиуса действия, «Земля-воздух». Одновременно главнокомандующий иранским военно-морским флотом Хабиболла Саири заявил, что его страна и не собиралась перекрывать Ормузский пролив. В то же время он признал, что такая операция отработала военно-морских учений. На заявление Тегерана о возможности перекрытия пролива, через который проходит около 40% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов, на минувшей неделе мгновенно отреагировали Соединенные Штаты. 5-й оперативный флот, базирующийся в Бахрейне, ответил заявлением, что не позволит Ирану перекрыть пролив, и направил ударную группу кораблей во главе с авианосцем Джон Стеннис. Американские моряки устроили иранцам испытание на прочность, беспрепятственно выйдя через Ормузский пролив в Аравийское море. В первый день Нового года иранские ученые объявили о успешном создании собственного топливного стержня для ядерного реактора. Он уже помещен в исследовательский реактор в Тегеране, где тестируется в пробном режиме. Совет Безопасности ООН, как известно, ввел запрет на закупку Ираном топливных стержней у других государств. Тегеран, заявляя о мирном характере своей ядерной программы, ранее предупредил, что в условиях отсутствия поставок из-за рубежа Иран приступит к самостоятельному производству ядерного топлива и разработкам соответствующих технологий. Круговорот событий в отношениях США и Ирана набирает скорость. Еще в последний день 2011 года, находясь на отдыхе, президент Обама подписал закон, согласно которому все иностранные компании, имеющие дело с Центральным банком Ирана, лишаются доступа к американской финансовой системе. В результате введения новых санкций официальный курс иранской валюты реала за минувшие выходные упал на 6%, а учитывая курс обмена валют на улицах иранских городов на все 12%, передает агентство «Франс Пресс». За 1 доллар там давали 17 800 реалов. За минувший год иранская валюта полегчала по отношению к доллару на 66%. Впрочем, санкции Запада заставляют режим в Тегеране искать других торговых партнеров и находить их. Главным торговым партнером стал Китай. Товарооборот превышает 30 миллиардов долларов. Объемы торговли Ирана с Японией, Индией и Южной Кореей обошли показатели бывших традиционных европейских партнеров Франции, Германии и Италии. Ежегодный оборот с Россией составляет всего 4 миллиарда долларов. Тем не менее, Москва является крупнейшим партнером в продаже вооружений и помощи в строительстве атомных реакторов. Тегеран получает ежегодно 75 миллиардов долларов прибыли за счет торговли нефтью и диверсификации экономических связей с Запада на Восток. Выводы неутешительные. Новые санкции вряд ли поставят режим на колени. А военный удар несет с собой огромный риск и непросчитанные до конца последствия. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.